Вертолет сегодня совершил жесткую посадку прямо в лес. Наша съемочная группа оказалась единственной, кто практически с самого начала работал на месте ЧП. Я, честно говоря, момент падения не помню. Помню, нас закрутило, и мы начали падать. Больше не помню. А вы как оказались в этом вертолете? Я работаю в службе медицинской катастроф. Подробности сегодня ровно в 7 вечера на телеканале и в социальных сетях.